Мы в дальней разлуке, сейчас между нами узоры созвездий и посвист ветров, дороги с бегущими вдаль поездами, да скучная цепь телеграфных столбов, как будто бы чувствуя нашу разлуку, раскидистый тополь, вздохнув, горячо к окну потянувшись, зеленую руку подружески мне положил на плечо. Душа хоть какой-нибудь и весточки просит. Мы ждем, загораемся каждой строкой, но вести не только в конвертах приносят, они к нам сквозь стены проходят порой. Представь, что услышишь ты вести о том, что был я обманут в пути под лицом, что руку, как другу, врагу протянул, а он меня в спину с откоса толкнул. Все тело в ушибах, разбита губа. Что делать? Превратна порою судьба. И пусть тебе станет обидно, тревожно, но верить ты можешь. Такое возможно, а если вдруг весть, как метельная мгла, ворвется и скажет словами глухими, что смерть недопетую песнь прервала и черной каймой обвела мое имя, веселые губы сомкнулись навек, утрата, ее не понять, не измерить, нелепо. И все-таки можешь поверить, бессмертны лишь скалы, а я человек. Но если услышишь, что вечней порой за новым, за призрачным счастьем в погоне я сердце свое не тебе, а другой взволнованно вдруг протянул на ладони, пусть слезы не брызнут, не дрогнут ресницы колючей стужей, не стиснет беда, не верь. Вот такого не может случиться. Ты слышишь? Такому не быть никогда.